В Москве во дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошел 13-й московский студенческий турнир игры боутеров по якутскому многоборью. На мероприятии побывал наш корреспондент Александр Яцентюк. Он и расскажет об итогах соревнований. Я искренне рад, что соревнования состоялись, искренне рад, что ребята все приехали, что мы все вместе сработали очень хорошо. Хочу сказать, что от имени Министерства молодежи победителей, команде победителей будет вручено именное приглашение на Всемирный фестиваль молодежи. Если ты активный, если ты инициативный, если ты живешь бодрой и активной жизнью, ты нацелен на будущее. На будущее нашей республики. Мы должны их поощрять и поддерживать таких ребят. Это действительно наше будущее. Соревнования проходили по якутским национальным видам спорта, таким как якутская вертушка, масс-рестлинг, якутская борьба и многим другим. В планах организаторов мероприятия на будущий год еще более разнообразить этот список. В дальнейшем мы планируем программу турнира все-таки расширить. Вносятся различные предложения о том, что и наших национальных видов спорта хватает. Но, скорее всего, чтобы все-таки первый президент нашей республики сказал, что любые наши турниры должны иметь международный сегмент, мы, скорее всего, добавим сюда что-то из других видов спорта. Как известно, великое видится издалека. Сегодня здесь собрались наши ребята из Хабаровска, Красноярска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, конечно, из Москвы. Всего более 8 регионов страны. Это оказалось настолько масштабно, что не могло оставаться незамеченным. Яцентюк Александр, НВК Саха, Москва.